Сегодня во всех регионах страны увеличиваются выплаты пенсионерам. С 1 апреля в России трудовые пенсии подрастут на 1,7%. А самое существенное повышение у социальных пенсий. Они вырастут более чем на 17%. Выплаты ветеранам, инвалидам, героям Советского Союза и героям социалистического труда проиндексируют на 5%. Средний размер увеличения составил по старости 291 рубль, по инвалидности 258 рублей и по потере кормильца 147 рублей. Также с 1 апреля были повышены социальные пенсии на 17,1%. В среднем повышение составило 1380 рублей. В нашем округе трудовые пенсии получают около 12 тысяч человек. Свыше 1 тысячи – это те, кому выплачивают социальные пенсии. Почти 3,5 тысячи жителей региона получают единовременное пособие, которое назначается отдельным категориям граждан.